Всем привет, друзья, всем привет, с вами я, Дэвид Прош 7, и мы возвращаемся к растениям против зомби. Давненько что-то мы снимали их, но время пришло продолжать. Такс, ночной бассейн. Знаешь, они меня называли Фогмен. А, человек-куст. Потому что я прыгал из кустов и пугал людей. Прыгал из кустов на людей. Ах, были деньги. Вот, кстати, кусты. Ну, такс. У нас начнем, так что мы берем вот это, вот это. Вот это обязательно берем. Берем это. Я ж чутка подзабыл, но... Давай так, возьмем еще это. Думшрум. Обязательно. Да-да-да, вот такой набор мне нравится. Хотя... Знаешь, ледогриб лучше заменить на водоросли. Вперед. Ready, set, plant. Ставим это сюда. Я не знаю, по какой тактике я буду действовать, Просто пока что понаставлю побольше грибочков. Маленьких. Бесплатненьких. Дальше уже, наверное... Ну, по стандарту. Задний ряд. С этими. Вот. С кершрумами. А передние с двумя грибами. Я, скорее всего, туман выглядит прям красивенько. Мозги. Я тоже так могу. Так, минус самбарик. Такс. Больше грибочков ставим, больше грибочков. Нужно много грибочков. Пока не надо. Ставим больше бесплатных грибов. Всем нужны бесплатные грибы. Такс. Чё ещё? А, блин, не туда поставил. Тебе я, пожалуй, поставлю вот. Начинаем заменять задний ряд на скершрум. Обосрата грибы. Они как раз будут нам просвечивать. Туман. Они будут нам подсказывать, где зомби идут. Стопы, не шевелись. Эти скам не шевелись. Вздох, поэтому. Больше. Откуда он идет? Мозги. Это... Мистер Коробочник? Во-во-во, вот он. Ломайте его. Я слышал, что он фигню творит. В основном. В том смысле, что... Он вроде взрывается. Он с каким-то шансом может взорваться у тебя... На участке. Теперь ставим жирно грибов. Жирно грибочки ставим. Такс, уже пора ставить. Грибы тут тоже. И жертвестов главное еще побольше понаставить. Тут одна волна, я не думаю, что я успею заменить все мини-грибочки на жертвестов, но можем попробовать, знаешь. Нет, они сидят. Да, что я наделал? Я тупой. Если сказать, они съедят моего пупсика, но я сделал это раньше. Так, ну, дум. Подожди, сейчас зомбари вылезут. Во-во-во.
Давай. Кайф. Мы этого не видели, но это было... Наверное, это было эпично. Мы получили фонарь. Теперь... Во. А, фог, подожди, фог это не кусты, фог это туман, блин. Дэйва звали Человек-куст, потому что выпрыгивал на людей из тумана, а не из-за кустов. А. Так, там был футбол-чел, футбольный чел. Это вроде жесткий какой-то, да? Если я правильно помню. Главное, чтобы наш фонарь не съели. А то мы перестанем видеть, что происходит вокруг. Зомби пришли. Так, много пупсиков, надо много пупсиков поставить. Это пупсогрибы. Все любят пупсогрибы. А ведь что? Нужно больше пупсогрибов. Так, пупсогриб, стреляй. По нехолосому зомбику. Ты чё, падла, умудрился откусить? Так, раз сверху я его не вижу, значит он где-то тут, либо тут. Так, еще пупсогриб. Много пупсогрибов нужно. И трусогрибов тоже. Так, там третий ряд. Опять падла успела откусить. Чё вы всех жрёте? Так, он оттуда идет, смотри. Теперь оперативно защищаем одну из этих линий. Чтобы мы смогли поставить тут фонарь. Так. Вот. Мозги. Теперь поставим еще тут дымогриб. Вот, теперь можно поставить фонарь. Во, я почти все вижу тут туман, но это не важно, потому что там кусты, там и так я ничего не вижу. По умолчанию. Такс. Так, только попробуй сожрать, фонарь, гнида. Монетка. Единственная проблема у этих... фонариков. Такая долгая перезарядка. Такс! Такс! Стопэ! Стопэ! Ты чё, не шевелись. Так, ну они вроде защищены, но пока футбол челы не пришли. Ставим больше растений, защищаем все. Все, что стоит и не стоит, должно быть защищено. Так, слышите, только попробуй вытворить какую-то фигню. Вот, вот так вот. Нефиг фигню творить. А это должен быть стать... Это должно стать чем-то девизом по жизни. Нефиг фигню творить. Хорошо звучит, согласись. Рифутболист. С этим нефиг фигню творить. Мне кажется, они хорошо бы продавались. А ты согласен? Не пиши в комментариях, не пиши. Если не хочешь, можешь не писать. Если хочешь, можешь написать, согласен ты или нет. Так, тут уже две волны с тобой. Получается, есть очень большая вероятность, что мы стрелим в футбол челов. Ага, это грустно. Но оборона у меня хорошая. Особенно вот на этих двух рядах. Так что, в принципе, волноваться не стоит. Сильно на это надеюсь. Ади, чел, идите вперед, идите на свои, к своей смерти. Только быстрее, пожалуйста. Так, не ты, не ты, не ты, не ты. Уходи, уходи, отошел, отошел. Нет, не жри, дебил. Сожрал, сожрал. Единственное, кто может сожрать фонарики, это футбол чел и коробка чел. Это плохо.
больше... Нет, нет, а, фух. Ну тут иди, ладно, тут на пути. А, лох. Больше растений нужен один водяной пупсогриб. Сишрум, нам нужен сишрум. Дайте мне, пожалуйста, сишрум. О, Рональдо был бы доволен. Это же сишрум. Так, ставим бесплатно грибов в качестве защиты. Почину? Пока чину. Не, капусты у нас пока нет, так что... Так. Нет. Бужиж! Не надо! Я буду задерживать чем угодно. Я буду его всем задерживать, что у меня есть. Не всем. Такс. Быстрее. Быстрее. Такс, я готов взрывать все тут к фигам собачьим. Давай. Дум. Кто-то выжил? Да блин, надо было подождать чуть-чуть. Так, подожди. Хочу, чтобы была симметрия. Вот. И мы получаем кактус. Кектус. Угу. Стреляет колючками, которые могут взрывать шарики. А вот и зомби на шарике. Только он сможет ему противостоять. Так что делаем... Вместо труса гриба, давай возьмем кактус. Многие не используют кактус, но я его буду использовать. Почему? Ну, опять же, по причинам. Капусты пока у нас нет, так что... Эта шутка не очень хорошая. Но потом, когда у нас появится капуста, я буду бить лопатой по причину, это будет смешно. Все будут смеяться. Так, по причину, бам, так это грибочек. Стопай, у меня еще грибочку не хватает. Куда вы пришли? Кстати, тут только одна волна. Странненько. Грибо... Я хочу сказать, солнышко. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Только у нас ночь, но это и не особо мешает петь. Так, сишрум. Морской пупсогриб. Ну смотри, так, это морской пупсогриб. Это пупсогриб. А это пупсик гриб. Знаешь почему? Потому что сначала он пупсик, он маленький, а потом вырастает до огромного пупса. Так, смотрите, нам нужно поскорее понаставить тут кактусов. Чтобы эти зомби на шариках меня не бесили. Тебя, возможно, они бесить не будут, потому что не ты играешь. Ты, наверное, даже будешь веселиться от того, что они меня бесят. Но я бы не хотел, чтобы они меня бесили, знаешь. Так что поскорее нам нужны деньги, нам нужны солнышки. Так. Ля, угадал. Так, еще кактус. Куда, куда? Чел. Аккуратней. Такс. Оба. Но этот сдохнет уже, вероятнее всего. За него я уже не парюсь. Нужно больше. Что нужно больше? Кактус или пупса? Давай все побольше. И кактусов, и пупса, грибов. Потом еще лампочки поставим. Так, во-во-во! Кайф, сработало. Работает.
Охранная система работает. Зомби они лопают. Так, еще один кактус. Они еще по воде могут идти, кстати. Так что и на воде нужны кактусы. Дайте, солнышки, нужен кактус. Вот, кактус, кектус. И фонари нужны. Обязательно фонари нужны. Знаешь почему? А как ты еще, блин, зачем спрашиваешь? Как ты еще, блин, увидишь, что тут происходит? Это для видео нужно, я могу и без них играть. Ну, знаю, фонари придумали для летсплейщиков, чтобы они могли показывать зрителям, что происходит, потому что проходить игру без видения тут можно, потому что большинство растений стреляют на всю линию. Это нужно ютуберам. Такс, такс. Стоямба. Дум. Ниппон. Все, вот теперь пон. Вот это растение нам заменит и лампочки, и кактус. Потому что он сдувает и зомби на шарике, и эти... И этот туман. Ух, ёбарста, дельфин. Так, значит, смотри, мы берем это, без этих двух, к сожалению. Вот это все. И вот этот еще. Тебя мы обязательно берем. К сожалению, думшрум взять уже не получится. Подожди, магазин. Я не могу прикупить 9-й слот. Так что нет. Этот раунд без взрыва, к сожалению. Опа. Скучно, буднично расставляем растения. Знаешь, каждый день расставляю растения, чтобы защититься от зомбарей, которых тебе скинули на несуществующие мозги. Типичный вторник. Да. Наверное, как раз это видео вторник, во вторник выйдет, знаешь. Будет прикольно. Такс. Фига, я угадал с местом. Ты видел? Мозги. Такс. Тут тоже я не видел, я просто угадал, кстати. Такс. Еще парочку грибочков, и уже можем начать использовать вентилятор. Такс. Ну или же поставим побольше скершинов. Так, еще парочку крышечков тут. Я видел, что он тут шел, а эти трое все равно бы с ним разобрались. Лучше его сюда поставлю. Еще один. Вот, начинает уже расти, мне это нравится. Давай. Скершумик. Мы можем вентилятор использовать, кстати. Скажи так лучше, ведь. Более перезарядка у него очень быстрая. Мне нравится. Так, и тут еще можно поставить. Там он возвращается. Не боись, сейчас уберем. Я пусть на место полностью вернется, и тогда уже уберем. Thank you.
Бай-бай. Кстати, у Пола за музыку очень приятная. Ты это, наверное, как сам знаешь, но... Такс. Бьют? Убьют же. Где зомби на шарике? Их вообще нет. Получается, вентилятор тут как фонарь буду использовать. Только пипец какой дорогой. Так, вот сейчас точно хотя бы один на шарике придет. Такс, чел, ловись. А на шарике он сдулся уже, так что... Сдулся, потому что мы, его сдули. Так что все в порядке. Быстрее. Опа. Еще один. Да, пусть вместе с туманом вернется. Пусть подумает, что у него есть какой-то шанс на победу. Этот гриб может его... Это растение может его даже сзади сдуть, так что все в порядке. Так. Отошел. Мне нужно знать. Трусогрибы боятся даже летающих. Так, нет, это уже начинает бесить. Двое сразу. Я хочу посмотреть, как эти грибочки вниз уйдут. Будет смешно. Давай. Хе-хе. Хе-хе, смотри, кек. Все, валите нафиг. Летающие черти. Так и назову видео. Летающие черти. Бесплатные грибочки... Да харе! Вали отсюда! Бесплатные грибочки правят миром. Только странно, что они фиолетовые фигни плюются, а не зеленые, к примеру. Эти плюются фиолетовые фигни, потому что они сами фиолетовые. А это почему фиолетовый придется, да? Непорядок! Бей его! Бей его! Бей его побыстрее, вот. А, блин, я тупой. Значит, будем ставить кувшинку. А, что я делал? Нет, все грибы. Морские пупсики. Нет. Мои хорошенькие пупсики. Иди нафиг. Съели моих пупсов. Из-за этого мне дали грёбаное тахо. Какое неуважение ко мне. Чизбургер бы дали. Что ты собираешь сделать тахо? Ты нашел мое магическое тахо? Я дам тебе косарь за нее. Да, тахо моё. Зачем я тебе дал столько денег за тако? Потому что я безумный! Потому что я Данила, я крейзи! Возьмем мой магазинчик. Может, найдешь что-нибудь новенькое для себя. Знаешь, вот... Вот это вот хорошо было бы взять, но я лучше возьму очиститель для бассейна. Потом, да, мы и 9-й слот, и все эти растения тоже соберем. Опа, мини-игра. Только почему-то впереди. Я и мой друг Харви Флаксестер. Флаксестер? Вроде да. Ломаем вазы, когда нам скучно. Короче, Харви ушел в город, так что теперь думаешь моим Харви номер 2. Л-
Ломай, короче, Харви. Такс, ну это мини-игра, я знаю, давай. Хоба. Такс. Так. Чил, ты сломал эти вазы так... изящненько. Ты сломаешь так, как ты сломал какие-то мусорные баки. Держи, я принес тебе больше ваз. Будьте осторожнее. Не ломай их. Будьте осторожнее с тем, что ломать их быстро. Ты не хочешь закончить с более большим количеством зомби? Типа, когда ты не сможешь... Короче, он мне советует не ломать их быстро, но кому это нафиг нужно? Извини, что я не послужил. Сдохни раз, сдохни два. Слушай, в этой мини-игре вроде нужно так аккуратненько знать, какие вазы ломаешь, но нет. Alright. Это даже последние. Как раз сломай их. Такс. А что, вот это можно загипнотизировать. О, сломать весь этот ряд. Тебя тоже давай загипнотизируем. Джексонович! Стопэ! У меня растения закончились! Что делать? Что делать? Этот черт сейчас придет. Ладно, пожертвуем одной газонокосилкой. Только быстрее, пожалуйста. Быстрее! Ёпарасто. Грёбаный подтанцовщик, топай быстрее! Я знаю, ты можешь. Шевели пятками. Ты смотри, как близко, ты шевелись. Сиамский гороха... пупс. Да. Можно стрелять в обоих направлениях. Это ознаменует прибытие зомби-крота. Диггер. Зомби-шахтер. Нет информации. Про него есть, про него есть. Короче, берем это. Вот это вот. Нет, тебя не берем. Шариков тут нет, так что, смотри, берем вот это вот. И вот это. Фу, кайфарик. В конце мы сделаем бабах. Во, и эти прикольные очистители теперь у нас тоже есть. Если ты не знаешь, зачем они нужны, смотри, ну, когда зомби наступает на газонокосилку, она уничтожает весь ряд зомби, да? Вот тут. Так вот, газонокосилка тонет в воде, так что она убивает только того зомби, который она активировала, и все. А очиститель для бассейна уничтожает весь ряд. Так что это тупо газонокосилка для воды. Ведь обычные не могут работать в воде. Логично, блин. Это ж газонокосилки. Я сейчас понял, что наши грибочки солнечные, возможно, сожрут. Так как этот черт вроде двухглавый не успевает убивать их до того, как те съедят хотя бы одно растение. А, неважно. Кто парится? Зачем вообще над такими вещами париться? Согласись. Кто вообще парится? Вообще, кто в мире парится? Только люди, которые в бане сидят. А я не человек, и я не сижу в бане. Так что, я не парюсь. Пусть нам просто станет грибочки. Да побольше. Грибочки это хорошо. Грибочки это... это вкусно.
вкусно. Наверное, я не знаю. Спроси у Марио, он любит грибы. Только он же минут три лежит, у него изо рта пена льется, но это нормально, наверное. Да ведь люди, которые едят грибы, это нормально, что когда люди едят грибы, у них такое происходит? Я просто не совсем шарю. Уходзи! ДПСник! Почему ДПСник, у него конус на башке? Разве у ДПСника нет конуса на башке? Опа, вовремя. Бедный злой горох. Да, подарок. Пазлы, мы открыли пазлы. Все, нету больше. Есть только... Что есть? Злой чел, который даже... Во! Так! Стопэ! Стопэ! Чел, шахтер! Чел! Вот. Все. Хоба! Бей его! Бей его! Быстрее! Ой, я же говорил, он успел сожрать. Грустно, но ему вкусно. Больше гороха. Скажу тебе. Обязательно нужно поставить побольше гороха. Чтобы они, во-первых, линиям наносили больше урона, во-вторых, задним линиям тоже наносили больше урона. А тут одна волна всего лишь. Я могу. Так. Нужно солнце. Солнце для эпичного бабаха. Дум! Эти выжили. Ну, жопа мне, что сказать. Они сейчас придут. Перезарядочка успеет? Успею ли я получить думшрум и взорвать зомбарей? Думаю, нет. Не спрашивай, что я делал. О! Все, чел, мы тебя заменяем. Мы меняем сиамский горохопупс на однозубую звезду. Теперь берем это. Ну и весь остальной комплект. Это чёрствие в пяти направлениях. Сзади тоже. Так что он нам очень сильно пригодится. Жаль, что он не стреляет двумя снарядами за раз. Но, в принципе, нам вроде это не особо и нужно, да? Но главное поскорее его высадить. Или её. Если ты не знаешь, как он стреляет, смотри, он стреляет в пяти направлениях. Сзади, вот вверх и вниз, и вот так вот по диагонали. Технически, если расставить ряд таких, технических, я сказал, то он сможет, ну, он будет нормально так стрелять во всех. Так что растение, в принципе, хорошее. Ну, или фрукт. Это же старфрукт, да, это фрукт. Фрукт хороший. Наверное, вкусный. Не пробовал. Опять на тот же ряд. Ну, что-то не оригинальные какие-то, ребятки. Так, давай. Опа. Уже можно начать ставить. Так, не можно. Надо еще ряд грибочков поставить. Всех грибочков, которые у нас есть. Давай. Больше грибов. Больше машрумов. Маша комната. Маша комната.
Про какую такую Машу они говорят, я так и не понял. Тем более он еще будет палить зомби. Я имею в виду... Откуда они стреляют? Кто стреляет? А, оттуда. Так что же тоже будет. А-а-а, в смысле? Посмотри, знаешь, где тут? Вот тут зомби. Главное, оборона будет получше. Так, тут ставим. Непонятно, кого они бьют. Ну и последний ставлю, и уже тратим соточку на ветродуй. Чтобы мы с тобой могли видеть хотя бы, что происходит. Урон вроде у них нормальный. Не как во всяких модах, где им почему-то делают огроменный урон, но... прилично. Да, ты замечала во всяких модификациях по ПВЗ, неважно, первая или вторая часть, Звездофук делает каким-то архиэпичным челом. Я знаю, ПВЗ Eclipse, это мод такой на ПВЗ 2, и там Звездофук, он прям жесткий. Он, знаю, медленно стреляет, но... урон у него огромный, он за два удара может его убить зомби, обычный. Прикинь. Такс, туманчик. Туманчик, ты нехороший. Уходи, лады. О, хорошо. Теперь, знаю, ему бы еще поставить... Знаешь что, можно второй ряд звездочек поставить, знаешь? Для шахтеров. Где они? Вроде тут пока шахтеров на этой волне нет. На этой большой волне. Так что тупо ставим побольше звездочек. Ты смотри, как они разносят. Взаимопомощь звездочек. Не помогают. Я больше не могу об этом говорить, потому что я не вижу, как они помогают. Последняя звездочка, и я ставлю вентилятор. Дайте-ка верти. В смысле? Кто-то кусь делает? Кто-то кусь делает? Я хочу это... Я должен это видеть. А, блин, мы пропустили уникальную анимацию. Как долго этот синий шрум был перезаряжен? Все ж какая-никакая поддержка звездочкам нужна. И у нас будут выступать жирные грибы, которые будут тупо простреливать насквозь. Тех, до кого не могут достать Сишу. Звездофруты, я имею в виду. Хорошая тактика, согласись. А вот это жопа. А, я не взял водоросли. Два растения пропустить, чтобы пройти. Нет! Хорош жрать! Жрать вредно! Но он сейчас за два укуса это съест, так что мне нужно побыстрее ставить. Я же сказал, за два укуса!
Этому тоже где-то один укус остался, так что... Так что знаешь что? Время делать кабум! Кабум, гайс! Бум! Что, понравилось? Ладно. Я чуть не ожидал, что последним останется зомби в ведре, но ладно. Ты не пройдешь! Падла, я тебе говорю, ты не пройдешь! Не пройдешь! Не пройдешь! Хорош двигаться! Такс. А вот и тыковка. Не думаю, что мы ее будем использовать, но... Ладно, давай один разочек. Ого, зомби. Как мне от тебя защищаться? А я ведь знаю как. Хе-хе-хе. Но... Ладно, нет, пусть будет... Как это вы называете? Челлендж, да? Ну, возьмем тыковку. Это если что, смотри, это как орех также защищает. Но при этом его можно ставить на растение. Так что ты можешь защитить само растение. А, я не взял дым! Я не взял дым! Restart level! Я дым. Вентилятор не взял. Но обычного бума здесь, наверное, не будет. Нет, будет, будет. Эпичный бум будет. Осталось парочка уровней всего лишь. Кстати, интересный факт. Ты знал, что по ПВЗ есть спидраны? Прикинь, люди проходят на скорость вот эту вот игру. Я не... О, фига! Фига тут дырочка, я вижу через нее. Ты видел? Удобно, знаешь. Понял, на чё идет. Говорил. Если ты не видел, перемотай назад, там реально через дырочку вот тут было видно. Отвечаю. Кайфуем просто от музыки, ребят. Кайфуем от музыки. Музыка — это хорошо. Такс. Во-во, еще дырка, знаю, отсюда его тоже видно. Удобно, я тебе сказать, так задумывалось или нет? Буду надеяться, что так и задумывалось. Такс, чел с конусом, мне это не нравится. Оставлю тупо перед ним. Время звездочек. Нужен ряд звездочек. Пятерки не хватает. Вот. Нужно еще. Ладно, еще. Во-во. Я видел. Ого, зомби. Сейчас фигню кто-то натворит. Я знаю. Бейте его. Минус газонокосилка. Так, тебе надо быть поаккуратнее, знаешь. Не, блин, пусть стоит, пусть защищает. Если ты случайно поставил атакующее растение, бесплатное, причем его не надо уничтожать, пусть останется.
выглядит некрасиво, да? Ну, живет. Нужен сишрум. Вот так, чтобы было красивенько. Че, думал, я перед ним буду ставить? Нет, ты че? Мозги. Знаешь что, нужно больше грибочков. На этот раз я чисто вот именно линию поставлю. Я, к сожалению, сишрума придется убрать. Но это во благо... Во благо чего? Во благо коммунизма, наверное. Не знаю. Так, быстро! Быстро! Дай солнце! Дай деньги! Еще, еще, быстрее! Дум! Магнитогриб! Во, наверное, мы проходим... Знаешь, что я тебе скажу? Мы почему-то проходим уровни быстрее, чем... В прошлых видео. Наверное, это из-за Думшрума, знаешь? Я причем кажется, что это из-за Думшрума. Из-за того, что мы последнюю линию, последнюю волну зомби взрываем. Ну и поэтому проходим быстро. Так, смотри. Как минимум у нас два зомбаря с... Короче, смотри, делаем так, так, так. Так, тыкву мы так и не использовали, но... Наверное, и не будем, знаешь. Вот так, как по мне, выглядит нормально. Магнитики у нас будут отбирать железки у детей. А сиштрумы я буду ставить поближе к туману. Последний, предпоследний уровень. Дальше будет уровень с контейнером, так что... Последний нормальный уровень. Обычный, скажем так. И только тут я выстрелил нормально так. Во, смотри, через дырку его видно. А, смотри, это дым-то создается рандомное, как я понял, из... Типа есть спрайты дыма, и они случайно накладываются друг на друга. И есть вероятность, что они плохо наложатся и будут дырочки. В прошлый раз они прям во многих местах плохо наложились. Так что через дырочки... Во-во-во, еще один, вижу, видишь? Вижу. Так что через дырочки их можно было увидеть. Зомбари. Скажи, тебе это удобно. Если так попалось, то это очень удобно. Можно сразу увидеть, откуда идут зомби, и улучшать оборону там. Я вижу, отсюда не идут зомби. Значит, этот гриб я поставил сюда просто так, потому что это тупой. Такс. Теперь уже ставим на воду. И как только закончим с грибочками, уже начнем ставить солнце, не, звездофрукты. Ставим звезданутые растения. Так, вот тут кто-то есть. Кого-то подметил. Или она. Кто знает. Знаешь, я нет. Так что, осуждать мы его не можем никак. А за что осуждать? А не важно. На воду ставят, на воду. На воде они будут в большей безопасности. Да и при этом они все еще смогут атаковать зомби, так что... Это хорошо. Они даже еще эффективнее будут атаковать. Как они посреди поля стоят. И где-то с краешек. Вот так вот. Дуга пойдет по... Зомби, который только-только пришел, и все. Последняя.
Давай. Вот, теперь дайте мне денежки, чтобы можно было посмотреть, что тут вообще происходит. А то не видно нифига. Так, вместо вот этих двух челов надо бы поставить магнитики, знаешь. С холодильничков. Или вот тут, вот тут. Ставим магнит. И тут еще один. Так, туман идет. Ошибка. Давай, отбери ведро. Ведро мне нужно. Спасибо. Зачем мне ведро? А, не ваше. Так, забери это тоже. В этом будут кишочки, а в этом будут почечки. Давай. Ты бесполезен. Так, аж целых два. Давай вместе с туманом их уберу. А сейчас туман придет. Чё-то туман не идет. А вот и он, давай. Давай, давай, давай. Давай. Опс, не успел, чел, чуть-чуть не хватило. Сорян, чел. В смысле? А я не могу просто мышечкой хлопнуть. Уходи. Я сейчас просто так буду ставить больше магнитов. Зачем? Не спрашивай. Просто так. Я так хочу. Я так вижу. Если у тебя на лужайке есть много магнитов, это значит, что ты красавчик. Кто так сказал? Я. У меня аж целых 4. Так что, что это значит? Правильно. Я просто так трачу солнце. И снижаю эффективность моей обороны, так как тут больше не толкуешь растений. Получается, я не красавчик. Не, я красавчик, но еще я дебил. Интересно, а вентилятор наносит урон по зомби? Что, вроде бы нет, но где-то слышался, да. Я настолько кру, что вентиляторщиков уже, шариков уже просто сдуваю, вот сразу, когда они приходят. То есть, такая красивая, удобная оборона. Я еще красивый, несимметричный кратер тут поставлю. Уродливый кратер, так что... Все взять еще балдежнее. Ставим кувшинку. Сейчас будет бабах. Фига себе, вас тут еще. Так, пупсик забери. Или пупсик забери. Пупсик, кто-нибудь забери. Вот. Тебя нас ждет последний уровень. С конвейером. Здорово, это твоя мать, Мудр. Пожалуйста, приди в мой дом для... мясного чего-то, пирога, скажем. Оставь дверь открытой. И лужайку чистой. С любовью, мама, не зомби. Роботов нет матери, есть только путь. Короче, становись темнее, чел. Это нехорошо. It's not good. Ну, надеюсь, что ты выживешь. Спасибо, чел, поддержка. Офигенная фигня, собственно. Так, прикол этого уровня в том, что видеть лужайку мы сможем... Только когда молния бьет. Получается, большую часть времени ты будешь видеть ничего.
Там два зомбаря идут. Что-то мне нужно, чтобы... Так. Куда? Сюда поставлю. А, они идут. Бловер. Уже очень атмосферный уровень есть, я скажу. Так, я его вообще правильно поставил? А, что делать? Этот хрен уже идет. А у меня незащищенный. Что делать? Сейчас этого тоже сожрут. Уже! Знакосилка сработала. Чё я делаю? Чё я вообще делаю? Не понимаю, что, куда... Искать эти контейнерные с лентой. Уровни довольно прикольные. В том смысле, что ты должен выстраивать свою оборону на ходу. Ты не можешь сразу выбрать то, что нужно, и ну, по плану кому-то выстраивать. Не. У тебя есть тупо растения, которые ты примерно знаешь, какие тебе будут выдаваться. И все, больше у тебя ничего нет. Ты знаешь, какие растения тебе будут даваться примерно, а когда и как, это уже нет, это уже неизвестно. Рыб правильно, да, правильно. Нужна тыква. Тыква. ПЖ. Пампкин. Нету. Так. Во. Пампкин. Так, кактус, куда бы? Куда бы его поставить? Сюда. То есть, когда бьет две молнии подряд, то хорошо. Значит, я лучше вижу, что будет твориться. Еще кактус. Нужен целый ряд кактусов. Вот это самое главное. Мне нужен ряд кактусов. Давай. Тыква, зачем мне тыква? Я пока тыква не... Сюда поставлю, знаешь. Так, первая волна зомби. Вот, блин, мне жопа. Стоп, а еще кроты есть. Что мне с кротами-то делать? Крот, я его видел. Чё мне с ним делать? А, стоп, эти звездочки, они же могут назад стрелять. Фух. Чуть не забыл. Я слышу, жрут растения, но какое я не знаю. А, лох. У него коробку сперли. Давай не лошару, что сказать. Куда? Я пусть здесь побудет. Так, они жрут, походу, мой пупса гриб. А, нет, он жрет это. Стой тут. А я могу ставить их на море грибы? Так, крот забрал у шахтера кирку. Когда он так делает, тот сразу выкапывается наверх. Так, мы потеряли одну газ-безнаксилку, но...
Оборона живет. Оборона справляется. Походу, больше мы ничего не потеряем. Там вот эту не защитить можно. Ничего. Ни газоносилки, ни твоей жопы. Да. Так, Сигриб. Сигриб надо поставить. Куда бы тебя впихнуть? Давай сюда. Так, блогер, сейчас будем сдувать, ребят. Жаль, думаю, что у меня нет. Можно было бы эпично все закончить. Ну ладно. Опа-па-па-па, не жри. Вот бы еще одно растение-нибудь сюда было. Не-не, не сюда! Чуть ниже. Да блин, это что ты? Теперь у нас есть качан капусты, мы лучше прошутить по качану. Вау, они даже нашли вход на крышу. Это какие-то умные заборячи, чувак. Ты должен использовать капустопульту, потому что твоя крыша под углом. Помню, что это хорошо для использования. Короче, да, крыша под углом, фига. Крыша теперь у нас под углом, поэтому мы можем использовать в основном катапульты, так как остальные будут стрелять в крышу, так они стреляют вперед. И да, на этом мы заканчиваем эту серию. В следующей серии будет финальная, мы уже пройдем крышу, тут босс вроде будет, да? Ну да. С вами был я, Давид Прошусем. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Если хотите, конечно. Если не хотите, можете не делать это все ваше. Вы можете забить, можете на другой канал подписаться. Ну да. С вами был я, Давид Прошусем. Всем удачи. И еще больше ломаем мышку. И всем пока.